is awake and the beast now face reality. Never be charity, the enemy your buddy covers all society. Damn right, mommy's not here, gonna fight all night. Right here, shadow 10 o'clock direction. Я уже собирался, короче, лечь спать, но все-таки решил попробовать, что это за босс такой. Хотя бы одну драку с ним провести, посмотреть, насколько он жесткий, что он вообще делает. Побеждать я его не собираюсь, мне, конечно, вряд ли получится. Тем более, всего лишь с одним Акихико в команде. Удачи, сосредоточься. Его арканы — это Эмпресс. Это Страж, так что это будет сложный бой. Эмпресс? Ну я даже не знаю, что там с Эмпресс связано, с арканой. Попробуй что ли синглшотом этим долбануть. Посмотреть, какая анимация. Ага. Ядовитый туман. Ага. Ох, она толстая, эта тварина. Чендж релик называется. О, опять этот музон заиграл. Клёвый. Да, вот этот музон даже лучше, чем на битвах с боссами настоящими. Вообще, я думаю, разработчикам стоило вот этот музон поставить на битвах с полноценными боссами, а на мини-боссах, наоборот, тот музон, который на полноценных боссах играет. Охереть! Просто пиздос какой-то. 180 хп одной атакой. Как вообще выжить после этого? Я чувствую, у меня вся партия будет умирать после каждой такой атаки. Особенно Джинпэй. Джинпэй вообще, наверное, весь бой этот проваляется на земле просто. Ну все, короче, она меня сейчас убьет после этого. Да, блин, он жесткий вообще босс этот. А, это еще у меня и защита была улучшенная, офигеть. То есть, если бы у меня сейчас не было защиты улучшенной, у меня бы персонаж умер после атаки ветром этим. Охереть, она еще и защиту может улучшить. А, вот эта статуэтка. О, а в этот раз не убила Акихико за один ход. Ну, на самом деле, мне... А я даже не знаю, тут даже, в принципе, отхил на всю партию бы не помог. Потому что, чё, отхил на всю партию, он бы восстановил 50 хп максимум, и все. А эта тварь бьет на сотню хп, то есть я бы не смог отхиливаться с такой же скоростью, с какой она мне урон наносит. Ладно, думаю, на этом можно закончить.
эту серию эпизодов. Всем удачи и до скорого!